Десятки тысяч человек пришли в пятницу на Киевский Майдан Незалежности, чтобы почтить память застреленных снайперами участников акций протеста, в результате которых в стране сменилась власть. На Украине погибших активистов называют героями Небесной Сотни. До сих пор неизвестно, кто несет ответственность за гибель людей. Ровно год назад мы здесь тоже были. У меня дома до сих пор гильзы хранятся, мы тут разбирали. И после этой перестрелки завалы. Ну и потом... Это все наши дети. Мы пришли почтить память людей, которые смогли сдвинуть ситуацию с мертвой точки и в каждом из нас разбудили украинца. Каждому украинце. Ранее президент Украины и глава Украинской службы безопасности заявили, что снайперами на Майдане руководил советник президента России Владислав Сурков. Не посоромлюсь. Мне очень грустно, не могу сдержать слез, потому что никого не привлекли к правосудию. Что жоден не покараний. Обвинение в адрес Суркова отверг МИД России, напомнив, что весь мир ждет результатов полного расследования произошедшего. Из Киева передает корреспондент Евроньюс Мария Коренюк. В день годовщины специальные прожекторы были установлены на каждом месте, где были застрелены активисты. Лучи прожекторов устремлены в небо и символизируют души погибших на Майдане манифестантов, которые отдали свои жизни за Украину. Життя за краще майбутнє України. Марія Коренюк, Євроньюз, Київ.